Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». Как всегда, у нас в воскресенье вечером в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, ну, позвольте начать нашу передачу с вопроса, может быть, о сегодняшнем евангельском чтении воскресном, потому что, мне кажется, оно о многом заставляет нас задуматься. Господь исцеляет в субботу в синагоге женщину, которая 18 лет была подвержена болезни, не могла выпрямиться. И вместо того, чтобы порадоваться за нее, начальник синагоги от лица всех присутствующих выражает возмущение тем, что Господь творит в субботу. Почему такое вот жестокосердие порой и сейчас в людях, когда мы видим, вместо того, чтобы порадоваться за другого, люди ожесточаются и озлобляются? Ну, несмотря на то, что постоянно мы слушаем в пространстве, которое нас окружает, о неких ценностях. Там общечеловеческие ценности, семейные ценности, наши духовные ценности. Но на самом деле мы находимся внутри эпохи полной утраты этих всяких ценностей. Более того, люди даже и плохо представляют себе, в чем они состоят. И вот, когда исчезает в человеке совесть, исчезает любовь к ближнему, то исчезает, естественно, и любовь к Богу. И в силу разумности человек вынужден свою жизнь регламентировать законом. Если мы посмотрим законы древних, ну, например, закон Хаммурапи в Вавилоне. Весь свод законов умещался на одном камне. И вот бесконечный рост законодательства в разных странах. И сейчас уже нет практически ни одного специалиста, который бы был в законе сведущий. Так же, как и в лечении организма человека, есть специалист отоларинголог, есть специалист по желудочно-кишечным заболеваниям и так далее, и так далее. Все, так сказать, разделено. А что это происходит? Почему такой рост законов? Почему в простой доверенности, где человек разрешает другому человеку пойти вместо себя туда-то и туда-то, обязательно каждый должен написать фамилию, имя, отчество и поставить еще свою подпись. Под пустяковым документом. А что? Потому что предполагается, что будет графологическая экспертиза. Уже заранее. Один посол мне говорил, что мы отказываем в визе 0,1% людей. Почему миллионы людей должны проходить через визовую процедуру? Потому что всех охватило полное неверие и недоверие друг к другу. Такое ощущение, что мы живем в мире, где одни сплошные жулики. Одни сплошные корыстные какие-то дельцы, одни какие-то люди, которые все время хотят нас надуть. Не только нас, а вообще всех вокруг. А с чего это начиналось? Вот в том эпизоде Евангелия от Луки как раз и повествуется о том, как правило,
причем установлено самим Богом, оно заслонило от начальника синагоги, который, ну, по своему служению должен был бы лучше всех понимать, в чем смысл субботы и почему Господь ее дал. Господь дал субботу не для того, чтобы человек сидел и не мог палец о палец ударить. Нет. А для того, чтобы он хотя бы один день в неделю посвящал бы Богу. Но даже в Ветхом Завете сказано о том, что возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Но любить трудно. Гораздо легче выполнять инструкцию. Гораздо легче посетителю сказать: у нас обед, чем взять и свое собственное время потратить на то, чтобы обслужить опоздавшего. Гораздо проще сказать: у меня прием закончен, чем принять больного, который уже притащился больной к врачу. И так далее, и так далее, и так далее. Да, есть обед, есть часы. Приходите в часы, когда есть работа. Но человек опоздал. Не обязательно по лени. Может быть, совершенно объективная и важная причина. Но закон как бы препятствует проявить любовь. И вот поэтому этот законник, для которого закон, его буква, стала выше любви. Поэтому Господь и говорит ему: лицемер. Потому что когда этот закон будет касаться его, когда его домашнее животное захочет пить, он отвяжет его и спокойненько пойдет на водопой. Хотя если буквально следует субботе, он не должен этого делать. Животное должно реветь целые сутки, пока не настанет следующий день, тогда он его напоит. Потому что и люди даже самого Бога наделяют такими свойствами, как будто Бог, Творец всех смыслов, является существом, утратившим всякий здравый смысл. И это не что иное, как извращение. Как всякое лицемерие, это есть извращение. Извращение смысла. Извращение заповеди. Извращение субботы. Извращение закона Божия. И вот всякое вот это извращение, когда человек, вместо того, чтобы быть таким, как он задумал Бог, он это извращает. Это называется лицемерие. Он меняет свое лицо. Вот мы знаем, что Господь очень милостиво отнесся даже к женщине, взятой в прелюбодеянии. А вот фарисеям говорил: горе вам, фарисеи лицемеры. Горе. Потому что хуже этого извращения нет ничего. Потому что человек извращает саму суть Священного Писания и саму суть воли Божьей. Потому что здравый смысл подсказывает, если он есть, что если женщина больная, с большим трудом уже пришла, и вот перед ней человек, которого она ни о чем не просила, он ее исцеляет сам, то тут ничего, кроме радости, быть не может. Но вот ситуация обратная. Поэтому Господь говорит, что этот начальник синагоги, к сожалению, оказался лицемером. Как мы часто можем узнавать себя в этом? Ну, безусловно, это же для нас сказано. Это же на все века.
Вот такая форма лицемерия, она нас постоянно окружает. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Ночь. 3 часа. Во всех окнах погашен свет. На улице ни одного автомобиля. Горит красный светофор. Машины нет ни одной. Но только ты пересекаешь, оказывается, вы нарушили закон. Кого подверг опасности? Никого. Просто человек стоит и ловит. Потому что повернул закон в собственную выгоду. Да. Исключительно. Потому что нет ни для кого никакой опасности. Ни для кого. Что происходит? Происходит, что человек пользуется законом вне всякого здравого смысла. Итак, мы это вот на каждом шагу можем с этим столкнуться. И когда человек нам будет от имени закона, от именем закона могут отнять детей у родителей. Именем закона могут выгнать с работы. Именем закона могут посадить там, на 15 суток или там, сколько людей, 15 лет. Пользуясь просто своими связями, устраивают всякие комбинации, опять с помощью людей, которые должны исполнять закон, результат получается отрицательный. Совершенно невинные люди оказываются в тюрьме. Это не только в кино. Это в нашей жизни. Но можем себе представить. Если человек, а это не человек, это группа людей, вся цепочка, начиная от судьи высшей инстанции, который, не разобравшись, да и некогда разбираться, все штампует, все правильно. Все. Суд высшей инстанции, суд, прокуратура, обвинение там, и так далее, и так далее. До самого следователя, там, вся структура. Причем для многих, вот я столкнулся с одним случаем, когда вот одного человека осуществляли противорейдерский захват, он оказался в тюрьме. И когда уже, ну, как говорится, удалось его отбить, выпустить из тюрьмы, и дело попало к следователю, который, ну, знает такие дела. Он говорит: о, я это, ребят, знаю, это очевидно рейдерский захват. То есть для специалиста совершенно очевидно, не разговаривая ни с какими свидетелями, как это происходит. Поэтому, конечно, если человек это совершает, то горе ему. Но потому что нельзя просто так, абсолютно безнаказанно, такие вещи совершать. Просто. Поэтому Господь говорит: горе. Потому что лучше ему жернов повесили бы на шею, чем жить и творя такие дела. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это мне? Вам. Добрый вечер, батюшка. Раба Божия Нина. Батюшка, в интернете появилось сообщение священника Яков Кротов. Вот он, значит, говорит о том, что поезд Пресвятой Богородицы – это подделка и нелицеприятные высказывания в адрес архимандрита Ефрема. Вот я человек старый, я в это, конечно, не верю. Вот. Но мой внук, ему, он уже взрослый, он в это поверил. Вот как это так, что такие сообщения в интернете появляются, что это за священник такой, и почему он такую смуту вносит в ума людей? Спасибо. Вообще-то Яков Кротов, он не священник, он журналист. Журналист примерно такой либеральной ориентации. Но он хотел быть священником, и Московская патриархия ему в этом отказала. Потому что его журналистские работы,
они были часто направлены именно против церкви. И после этого он вошел в такую группировку, которая тоже именует себя церковь. И они как бы дали ему священный сан. Поэтому есть такие, ну, нелегальные группы, которые именуют себя церквями. И вот Яков Кротов этому принадлежит. Поэтому это его основная задача. Есть, ведь вы, наверное, заметили, определенные издания и даже печатные, которые о церкви пишут только вранье и только всякую похабщину. Поэтому, к сожалению, Яков Кротов, он вот к этой плеяде принадлежит. Поэтому тут надо смотреть всегда на автора. Вот. Поэтому мы заранее знаем, вот, например, видим там передача, допустим, «Однако». Мы уже знаем, что Миша Леонтьев нам скажет. Потому что человек определенной, так сказать, такой позиции. Вот. А если мы видим, допустим, Вольфыча Жириновского, то мы заранее знаем, что он сейчас будет говорить. Потому что это уже по пятому кругу, и заранее слышим, что дальше будет. Если будет выступать заявлен тоже такой журналист, как его зовут-то забыл, вот такие он репортажи раньше делал, вот, который против церкви в последнее время выступает. Невзоров? Да, Невзоров. Вот. Если будет Невзоров выступать, но мы заранее знаем, что Невзоров будет говорить. Поэтому также и Яков Кротов, он из таких журналистов, которые вот только в определенную линию. Вот. То, что вредно для Русской Православной Церкви, то он будет вещать и критиковать, и там что-то говорить. И так далее. Поэтому тут этому не надо удивляться. Пачка, ну вот нередко люди недоумевают, почему церковь на такие нападки не отвечает. Ну, во-первых, на каждый чих не наздравствуешься. И потом, вот, например, нельзя в суде доказать, что я тебе не давал 3 рубля. Это невозможно. Потому что не может быть свидетелей в том, что я не давал. Могут быть свидетели только, что я давал. То есть это как бы принципиально невозможно. Это такой будет диалог, дурак сам дурак. Поэтому, и потом, ну это совершенно бесполезно. Поэтому, ну, такого человека с другой позиции, как на него можно повлиять? Только двумя способами. Первое, это его купить, а второе, это его испугать. Церковь ни то делать не будет. А вступать в полемику, это в некотором смысле значит, ну, признавать его какое-то такое, ну, важное достоинство, что ли, становиться с ним вот как бы на одну доску. Что тоже для церкви весьма не полезно. Поэтому и не вступая в полемику, там, с сектантами, например. Потому что, ну, собственно, им того и надо. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну, так чего? У меня вопрос о рискне бытия. Когда были созданы первые люди, Адам и Ева, то Адам познал его только после грехопадения. Получается, что если бы не было грехопадения, то нас, людей, вообще не было. Мы плоды грехопадения. Как это понять? Ну, как? Это надо понять буквально. Но заповедь о том, что плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, она была до грехопадения. Поэтому
да, теперь у человека, в частности, и рождение следующего поколения тоже связано с грехом пополам. Вот. А Бог создал для человека не как, так сказать, индивидуума или как одну семью, а наоборот, Бог создал для того, чтобы человек наполнил всю землю. Вот, а человек пал. Вот так и это и понимает. Ну, видно, человек хочет спросить, почему в раю не были рождены дети еще до грехопадения? Ну, этого как бы никто не знает. А потом весь сказ о рае и аде – это ведь некий образ. Нам надо отчетливо понимать, что то, что нам рассказал Моисей, это совсем не то, что было на самом деле. Моисей – человек, получивший при египетском дворе определенное образование, и который вообще в дальнейшем был просто пастухом, пас овец в течение 40 лет. И понятно, Моисей, он жил в тех реалиях и в той системе знаний, которому преподали при его воспитании. Поэтому он мог изложить то, что ему открыл Бог, только в тех формах, которые ему были доступны. Нам это тоже понятно. Но мы как расшифровываем эту притчу о создании человека? Мы из этого очень много для себя узнаем. Ну, например, что млекопитающие были созданы позже, чем пресмыкающиеся, например, или рыбы. Или, например, что Бог создал мужчину и женщину. Или что женщина взята от Адама, Ева. Что это значит? Что в женщине, значит, есть некоторые качества, которые нет в мужчине. А в мужчине есть то, что осталось. То есть в нем есть то, чего нет в женщине, то, что это взято. Вот в такой форме нам это рассказано. Это, Библия – это особенно та ее часть, которая повествует о периоде до грехопадения. То есть излагается жизнь первых людей – в том мире, который нам абсолютно недоступен, даже нашему познанию. Потому что изменился и весь и животный мир после грехопадения. Мы это знаем из Нового Завета. Поэтому не надо воспринимать и искать. А вот змей, это была анаконда, или это был питон, или это был уж. Или это был полос, или это был какой-нибудь желтопузик. Змей – это образ. Потому что, как известно, пресмыкающийся не имеет разума. И понятно, никакой змей не мог говорить с Евой. Совершенно исключено. Совершенно другие существа. Поэтому змей – это есть образ. Это есть некий сказ Священного Писания. Он боговдохновенный. Потому что Моисей, ну, не мог ниоткуда знать о том, что как создавалась земля. Не мог. Он даже думал, что небо – это твердь, по которой плавают планеты. А звезды просто вращаются. Он думал, что это все зафиксировано. Поэтому и он видел какие-то созвездия. Понятно. То, чего на самом деле нет. Да и никогда не было. У него были свои определенные представления. И поэтому в этих рамках ему Господь и открыл. Понимаете, вот человеку не может присниться сон, в котором будет нечто, что ему неведомо. Ну, например, мне бы никогда бы не приснилось, как Дмитрию Ивановичу
таблица, которую назвали потом Менделеев. Но это невозможно. Ну, какие-то в рамках школьной программы сведения у меня остались в голове. Но это нужно быть химиком и долго думать о системе элементов, из которых построена Вселенная. И только тогда, уже как результат, это там просто человеку с неба спуститься таблица Менделеева не могла. Для этого нужен определенный сосуд, вот как Дмитрий Иванович. Как от любой женщины не мог родиться Христос. Пришлось ждать от Адама до Христа. Потому что Адаму было пророчество о том, что придет Спаситель. Оно прошли тысячелетия, прежде появилась такой чистоты сосуд, из которой мог воплотиться Сын Божий. Так что и здесь то же самое. Спасибо, батюшка. У нас есть вопрос. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот в нашей семье вот так складываются обстоятельства вот материального характера, что вот у нас постоянно какая-то помощь. Ну вот, например, в покупке квартиры, там вот у нас были, вот обстоятельства сложились таким замечательным образом, что мы там смогли приобрести квартиру, там потом материнский капитал выплатили. Далее вот в покупке машины. И вот, ну, то есть вот обстоятельства складываются замечательным образом. Вот скажите, пожалуйста, все ли это вот от Господа, вот свыше Он нам дает это вот грешным? И вот как правильно благодарить Господа за это? Конечно, всякое благо, оно от Бога. Как благодарить? Высшая степень благодарности человека Богу заключается в том, чтобы прийти на святую божественную литургию и причаститься святых Христовых тайн. И после того, как святые тайны войдут в нашу плоть, от всей души помолиться и поблагодарить Бога. Вот. Это высшая степень благодарения. Называется таинство Евхаристии. В переводе с греческого значит благодарение. То есть Господь сказал, кто любит меня, тот заповеди моя соблюдет. Но при всем нашем желании порой мы не можем соблюсти те заповеди, которые нам даны. Это свидетельство не любви к Богу или просто нашей немощи? Нет, конечно, свидетельство не любви. Потому что исполнить заповеди человек принципиально не может. Древние отцы, в частности, преподобный Семен Новый Богослов, говорил, что заповеди Божии даны нам для того, чтобы мы познали свою немощь. Вот. Когда человек берется за исполнение заповеди, он понимает, что у него ничего не получается. Но большинство людей по гордости продолжают упорствовать. Занимаются таким аутотренингом. Например, чтобы не рассеивались мысли на молитву, он там морщит лоб, еще как-то напрягается и думает, что это придет к какой-то успех. Нет. А нужно глубоко смириться перед Богом, познав эту свою немощь. После этого из глубины души воззвать к Спасителю. Он для этого и пришел, и поименовался Спасителем, потому что только Он может спасти. И вот если в таком состоянии человек взывает к Богу, тогда приходит благодать Богу, который очищает человека от всяких скверн и его спасает. Вот так происходит. Не, то есть, вот возлюбит человек Бога, возлюбит как Спасителя. Это возможно только при познании собственной немощи. И уже Господь очищает. То есть, вначале любовь. Это в основе всего. Потому что если нет любви к Богу,
то значит человек еще Бога не познал. Но в каждом деле человек должен проявить старание. Вот, например, даже в нерассеянной молитве стараться. А вот как стараться? Вы говорите, что нужно возопить к Богу, а не пытаться даже каким-то образом мысли собрать. Нет. Ну, можно пытаться, вот как Владыка Игнатий Брянчанинов говорит, что полезно держать ум в словах молитвы, чтобы каждое слово доходило до ума. Но придет ли благодать в результате? Совсем не факт. Это дело Божие. А вот если человек смирится, благодать, скорее всего, придет. Это все равно дар Божий. И вот когда человек вкусит благодати Божией, он не может Бога не возлюбить. Дело в том, что мы и молиться можем только Духом Святым. И исполнить всякую заповедь только Духом Святым. Никаким другим способом мы не можем. Ветхозаветные заповеди мы можем исполнить. Например, не укради. Взять человека не воруй. Но он не может исполнить заповедь не пожелай. Желание возникает помимо нас. Он может удержаться от реализации этого желания. Но внутри желание победить можно только благодатью Божией. У нас есть еще один вопрос. Давайте. Здравствуйте, ответим. Слушаем Добрый вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно подготовиться к венчанию? Первое, самое важное. Нужно глубоко изучить своего жениха. А жениху изучить свою принцессу. Нужно узнать, кто его и ее родители. Посмотреть, как воспитаны братья и сестры. Как живут тети и дяди. Узнать, кто дедушка. После этого познакомиться с духовником жениха и невесты. И узнать, вот я хочу вот сделать предложение или выйти замуж, поступило такое предложение вот от данного человека. Что вы можете сказать? Не псих ли он? Как он, какого поведения? Трудолюбив ли и бездельник? Насколько он образован? Насколько он хорошо и тщательно работает, если есть работа? Какое жалование он получает? Стремится ли он к лучшему? Как он заботлив или нет к старшим и младшим? И так далее. То есть, вот для начала нужно все это узнать. Вот. После этого, если уже знакомы достаточно, не меньше года, тогда нужно попоститься. Среду, я бы добавил бы даже и четверг, и пятницу. И в субботу прийти на исповедь и жениху, и невесте. И одному за другой покаяться в грехах. И священник по прочтению разрешительной молитвы желает, чтобы это тот священник, который будет венчать. Вот. И он скажет свое последнее слово. Есть у него это благословение на этот брак или нет. И тогда уже прийти утром следующего дня, а это будет именно воскресный день, отслужим литургию, жених и невеста на ней причащаются, потом, если обычай есть в храме, служится молебен, а после него совершается таинство венчания. Вот так. Потом свадьба, на которой жених и невеста вина не пьют. И веселье
очень умеренно, чинно и благородно. Желательно крепких напитков вообще не подавать, а то может кончиться дракой. И некоторые забудут, что находятся на свадьбе, а не на похоронах. Вот. После этого начинается семейная жизнь, во славу Божию, дай Бог, на долгие годы. Пашка, хорошо бы еще немножечко почитать о том, что такое семейная жизнь. Ну, это было, многие да. это представляют как некий рай, такой нескончаемый, что вот это будет так же, как в момент первой встречи. Ну, вот этот рай, он присутствует, но он длится обычно месяц. Вот так он называют, медовый месяц. А так брак – это очень такой трудный подвиг. Строительство домашней церкви. Такая жертвенность каждый день. Конечно, конечно, это большой труд. Потому что, ну что такое строить церковь? Тут нужен и котлован, и фундамент, и стены, и купола, и кресты, и позолота, и иконостас, и пол, и отопление. Чтобы всему церковному народу было хорошо, удобно, светло, просторно, красиво. Вот такая должна быть семейная жизнь. Чтобы принцесса была счастлива. Хорошо, если у людей одинаковое представление о строительстве этом. Это все надо выяснять. Дело в том, что очень многие люди это все выясняют потом. Даже сейчас реже, а вот при советской власти очень часто приходили такие вновь образовавшиеся вдовы и говорят, вот я не знаю, мой муж крещеный или нет. То есть такой вопрос у жены возник только когда муж умер. Интересно, да? Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да-да. Алло. Добрый вечер. Раба Божия Нина, город Электросталь. Батюш. Скажите, пожалуйста, вот я читаю так Евангелие иногда, и вот давно меня интересует, ну как ты что-то это, притча, вот, по-моему, нищий духом, вот что она... Значит, вот что в ней заключается, как это вот, как бы уразуметь, благословите. Цезарь Александр, расскажи, пожалуйста, что такое нищий дух? А я отдохну. Да. Это одна из заповедей блаженства, данных нам Господом, для понимания той лестницы, по которой мы должны восходить к Царству Небесному. Нищий духом здесь говорится о смирении. Нищий – это тот, кто просит, тот, кто смиряет свою гордыню перед тем, что другие люди имеют, а он не имеет, и без обиды, без зависти, вопрошает о помощи. И вот так мы должны просить у Бога Царства Небесного, так мы должны обращаться к нашим ближним и воспринимать их без всяких обид. Нищий духом – это тот человек, который все воспринимает с благодарностью. Тот, кто не желает себе ничего сверх того, что Бог ему подает. Вот, наверное, так, Батюшка. Ну вот. Если такой ответ. Какие у нас еще есть вопросы? Владислав из Москвы спрашивает. Как вы думаете, батюшка, сможет ли Китай стать восприемником православия или, наоборот, гонителем? К чему больше предпосылки, исходя из сегодняшней ситуации? Эта страна сейчас на таком подъеме, о ней все больше и больше говорят, она все более как-то захватывает вообще и рынки, и вообще как-то все более влияет на жизнь на нашем земном шаре. В какую сторону, как вы думаете, в духовном плане она могла бы двинуться? Ну, тут вот еще дело. Вера, она от слышания. А слышание от Слова Божия, сказал великий апостол Павел. Но
а наши попытки православных, они настолько микроскопические, а Китай настолько огромен, что если брать реалии сегодняшнего дня, то нет никаких шансов обратить китайцев в православие. Просто нет никаких. Вот. Но сами китайцы, которые были в времена не столь далекие, лишены всякой возможности религиозной жизни, очень отзывчивы. Само православие, я знаю нескольких православных китайцев, и вот общаясь с ними, мне кажется, православие – это прямо для китайцев. Тут ко мне пришла одна китаянка с просьбой ее покрестить. Да. Я вот наблюдал такую даже сцену. Мы шли крестным ходом вокруг нашего храмика, и напротив какие-то граждане делали китайский ресторан. А может, сами китайцы хозяева купили это помещение. И вот какой-то китаец стоит на козырьке и монтирует какого-то дракона. Ну, понятно, я же не только на него смотрел, просто взгляд бросил, потому что ну, экзотическая фигура. Стоит китаец и напротив храма монтирует как такого китайского дракона. Потом отвернулся, поем, ты передо мной идешь. И потом, когда мы обошли храм, и мы уже встали на паперти храма, оказывается, китаец уже слез и стоит здесь. Он открыл глаза, открыл рот. Мне даже показалось, он открыл уши. То есть наш крестный ход настолько его заинтересовал, что он, пока мы не прочитали Евангелие, пока весь народ не зашел, я зашел по обычаю в конце, он все стоял как заворожен. Я думаю, ни у кого из русских, даже из наших, прихожан такого внимания к тому, что происходит, не было. Поэтому вот какие-то такие отдельные эпизоды, они как-то целились о том, что это возможно. Но в силу нашей миссионерской такой вялости, я не знаю, это же зависит, наверное, скорее всего, от того, сколько Господь отпустит нам на это время. Потому что, конечно, Китай – это великая сила, и если Господь бы все-таки дал возможность ее присоединить к православию, то тогда, наверное, еще ну, был бы шанс у человечества. Должны быть делатели. Должны быть делатели. Но немало же все-таки сейчас людей ездит из России в Китай. И... Ну, это за деньгами, а не за того, чтобы просвещать. Ну, а вообще, вообще-то возможно проповедь там, как местные власти? Там очень трудно. Там же коммунистическая религия во главе всего. Она, конечно, подверглась реформированию, как во времена наши говорили, ревизионизму. Вот. Но, тем не менее, твердо коммунистическая партия, жрецы этой религии, не хотят это, конечно, выпускать. Вот, поэтому достижения тут есть у нас, конечно, но микроскопические. Но у нас в Москве только 80 тысяч китайцев живет. Поэтому если начать с них, а потом они бы явились миссионерами и в Большом Китае. Это было бы очень интересный проект. Но, к сожалению, это, как всякий проект, он требует неких средств и неких энтузиастов. Пашка, а сколько китайцев сейчас у нас там на Дальнем Востоке? Ну, я там думаю, уже что не 1 миллион. Может... Я не считал, конечно, но я уверен, что 1 миллион-то есть. Вот. Так что если хотя бы действительно с них начать, а они-то постоянно там общаются со своей родней. Ну вот так, конечно, вот я знаю, что Святейший Патриарх озабочен этой проблемой, но делателей очень мало. Как-то вот
С миссионерским духом у нас пока трудновато. Таких бы людей, как вот Николай Касаткин или Иннокентий Попов, Вениаминов, нам бы таких десятка-два, конечно, может было много сделать. Потому что, когда к человеку обращаешься на его родном языке, совершенно другой результат. Недаром вот после Пятидесятницы апостолы заговорили на тех наречиях от Духа Святаго тех людей, пришедших в Иерусалим. Для Господь дал для первой проповеди такую возможность. Поэтому и нам нужно этому следовать, если нашли бы такие энтузиасты. Вот. Но люди больше озабочены вот какими-то такими материальными вещами. Васька, я слышал, что со следующего года в российских школах все-таки будет введен такой предмет, ну, как основа православной культуры. Он как-то называется более длинно, так замысловато. Но вот все-таки такое уже принято решение, что это как бы уступка государства, церкви, или же это все-таки вот действительно обращение и наших чиновников. Я не знаю, поживем, увидим. Что это будет? Всякие такие решения, пока они не воплощены в жизнь, очень трудно. У нас очень много таких законов, которые вообще после выполнения кладутся на полочку и никогда не исполняются. Даже в Уголовном кодексе есть такие статьи, которые вообще не действуют. Ну что ж, посмотрим. Васька, у нас есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, батюшка, как научиться любить старого человека, ну, близкого члена семьи, именно старого человека, у которого уже Господь так разум забирает потихоньку, именно, ну, даже хотя бы уважать, потому что уже, ну, очень сложно с такими людьми. Спасибо большое. А любовь – это есть... такое делание. И тут, собственно, учиться можно только в процессе. Самый лучший способ научиться человека любить – это не читать стихи о любви, а менять пеленки, кормить с ложечки, протирать влажной тряпкой лицо, следить за тем, чтобы волосы были расчесаны, подстригать ногти на руках и на ногах, следить за приемом лекарств, отвечать на все вопросы спокойно, по-доброму, с улыбкой, думая о том, что пройдет очень много, а может быть и мало времени, и вы, сударыня, окажетесь в таком же положении. И ваша внучка или правнучка будет звонить на телеканал «Союз» и спрашивать, что с этой как мне делать? Уважать мою бабку? И как ее любить, если она старая и уже глупая, и так далее. То есть и вас, и меня такая ситуация ожидает. Но если люди взрослые оказывают любовь старому, а на них смотрят дети и учатся этому, как ухаживать за старым, как его любить, тогда и они гарантированы в старости, что получат такой же уход. Есть замечательная русская пословица. Мне моя мама очень часто повторяла: как аукнется, так и откликнется. Поэтому, ухаживая за стариком, мы оказываем любовь не только ему, но и себе. Потому что вот только так можно учиться любви. Другого пути просто нет. Еще спрашивают, как научить детей христианству?
Вот один из способов. Посетить человека, который сидит в тюрьме. Посетить больного. Ухаживать за старым. Или бывает там дитя больное в семье. Люди, вот у нас есть такая семья, ходит три девочки. Две здоровенькие, одна больная. А с ними приемная их мама. Вот. И девочки видят, как мама любит и заботится о этой болящей девочке, которая не умеет даже разговаривать. И учится этому. Поэтому со спокойной, можно совестью быть уверенным, что когда их приемная мама отойдет к Господу, сестры свою больную сестренку не бросят. Потому что они видят, как надо относиться к больному человеку. И вот так из поколения в поколение. Паш, но нередко ситуация, когда старый человек, он становится настолько капризным, настолько требовательным, но просто невыносимым. И вот говорят, и люблю, и жалею, но терпения нет. Хоть, говорит, в дом престарелых отдавай, хотя понимаю, что так никогда не сделаю. Во-первых, в человеке в старости, ну, как бы ослабляют всякие скрепы души. И воля, и такая сдержанность, и воспитание, это все так. Но если человек всю жизнь был христианином, он в старости, даже если потеряет многие свои свойства, он таким и останется. Поэтому очень часто в человеке просто вылезает то, что у него внутри. Но, опять же, ради себя самого это нужно потерпеть. Другого просто нет пути. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Надежда, Краснодарский край. Скажите, глава шестая. Книга Бытий. Кто такие Сыны Божии и дочери человеческие? Ты знаешь, отец Александр? Кто Сыны Божии, а кто Сыны человеческие? Из Библии. Книга Бытия, первая глава. Ну, я слышал о том, что Сыны Божии – это все-таки потомки Сима, а дочери человеческие – это потомки Каина. Такая версия. Я тоже так слышал. Вот, то есть все-таки это линия божественная, в которой в родословии Иисуса Христа есть, а те, кто отпали. Да, вот есть такая версия. Вот, но вообще-то место, конечно, таинственное. Поэтому вот одна из версий того, что сыны человеческие – это потомки Каина. Васька, ну вот успеем еще один вопрос задать, давай, который у нас здесь есть на форуме. Татьяна из Бреста. Почему каждый раз после исповеди и причастия у меня различные состояния? Иногда причастие как бы оберегает от греха, дает силы к покаянию. А иногда причащусь, а на следующий день опять согрешаю. Готовлюсь вроде бы каждый раз одинаково. Стараюсь исповедоваться с сокрушением о содеянных грехах. Но благодать остается иногда надолго, а иногда быстро уходит. От чего это зависит? От многих вещей. Во-первых, сам автор этого послания, к сожалению, и причастие, и подготовку воспринимает как некие такие механические вещи. И саму благодать. Забывая, что это просто Божий дар. И поэтому Дух Святый, он дышит, где хочет. И приходит, и уходит, когда сам знает, что ему делать. Мы можем только смиренно просить и довольствоваться тем, как и насколько он нас посетит. И быть всегда готовым, чтобы наша горница была убрана и выметена. Вот. Ну, хочется, чтобы чаще посещал. Хочется, но это вопрос не к отцу Дмитрию, а к Святому Духу.
Ну вот, может быть, что-то не хватает в нашей подготовке с тем, чтобы Дух Святый чаще... Не хватает не подготовки, не хватает ежесекундной готовности. Не хватает смирения. Смирения не хватает, потом в разные дни у нас разная степень рассеянности может быть. Не, человек может мысленно вот поглядел на кого-нибудь в храме и осудил, и тут же забыл. А благодать Божия тут же отошла. Потому что если человек кого-то осудил, благодать Божия уже не может с ним в этот момент пребывать. Что это настолько мерзко перед Богом, такое превозношение, что благодать Божия сразу отходит. Ну, батюшка, тогда действительно благодать Божия в нас пребывает какие-то мгновения, даже не секунды, ибо человек тут же впадает в такие грехи. Ну, вот если научится не осуждать, благодать Божия будет дольше пребывать. Просто это самый частый такой грех – осуждение. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Ну, спасибо за ваши вопросы. Время прощаться. Спасибо вам за вопросы. Пишите на наш сайт www.blagodrevo.ru, раздел «Вопрос к священнику». Будем рады ответить на ваши вопросы. Всего доброго, до свидания.